небольшой обзорчик вот этого мультиметра, который по Алиэкспресс я купил, но пришел. У него две ААА батарейки сзади. Вот тут я поставил из этих старых, которые я подзаряжал, он сразу пошел. И показывает, что батарейки разряженные. Что он может? До 10 МГц написано. Единственный недостаток, что он ток не мерит. Но это как бы небольшой недостаток. Так он где-то 10 евро стоил. Доставка бесплатная в Литву. Вильнюс мне. Напряжение я мерил на аккумуляторе. Показывает то самое практически, что и этот. Очень приближено. Сильно. Много отличается, но там очень мало. А вот этот где-то достаточно сильно уже отличается напряжение. Вот эти показывают 11,86-84. Вот этот показывает. Этот показывает 11,56. Там что-то такое. В общем, неправильно он показывает. Вот теперь частоту замерить качера можно на одном и втором. Я уже замерял, они показывают практически одну и ту самую частоту. Еще скажу, качера частоту можно мерить лучше, чтобы пуш-пул свои наводки не создавал. Вот, цеплять. Вот я тут осциллограф подцеплю, можно просто подцепить вот такой вот частометр, и он будет мерить скачер частоту или ТТ-частоту вот на заземленном проводе, на колечке. Мерить надо. Тут резистор 500 Ом. Параллельно обмотка. Вот, включаю качер. У него пищит, у него там батарейки, так у него там очень надолго хватит. Вот уже начал показывать частоту. Вот он тут очень далеко, поэтому неправильно показывает. Этот ничего не показывает. А тут батарейка такая таблетка, она же быстро сядет. В общем, этот я очень его большое преимущество насчет что-то насчет батареек. Он показывает частоту. Вот, 1,584, она такая есть. Этот не показывает, без толчек. Вот это только теперь начинает показывать. И еще при том у него там экран как-то начинает так просвечивать, и нехорошо. Начинают появляться его там всякие уже другие символы. Ну тут одинаковую частоту показывают. И когда отвел, так уже начинает неправильно показывать. Надо ближе. Вот этот уже с такой дальности начинает сосать эту частоту и показывать. Просто молодец. Молодец. Этот амперметр. Этот мультиметр. Смотрел, и емкость мерит очень быстро, выводит на экран показания.